Всем доброе утро. Так как машина в Куево-Кукуево, вышла пораньше минут на 5, чтобы дойти до нее. Там еще оттуда выезжать. Трындец. Вот так вот в обеденное время. Иной раз думаешь пойти куда-нибудь, поехать. Потом думаешь, да ну нафиг. Парковаться потом негде. Все же хотят около дома, у подъезда. Да, Чарли, скажи всем привет. Он занят, он занят. Он в поисках вкусного вонючего угла. Красиво. Жарко уже с утра. Чарли, вам? Пока у меня тут машина рядом, пойду, знаете что? Я же газ привезла, помните, вчера покупала? Вчера, что ли, позавчера, уж не помню когда. Вчера, по-моему. Пойду сейчас схожу за газом, потому что машина рядом. Не буду же я с ним. У меня по машине там бултыхается туда-сюда, туда-сюда. Блин, у меня от маски тут уши болят. Ну, я придумала кое-какой лайфхак. Резинку вставляю, в общем. Я уже, считай, отработала. Сейчас газ отнесу и домой поеду. Что-то кушать надо придумать. У меня крылья есть, картошку, наверное, сварю. Вкусняшку. Вон, видите, машина, где моя. Тележечка у меня, все дела. В общем, вот такая обычная хирургическая маска. В ней дышится легче. Вот смотрите, я из нее сделала такой пакетик. И вот сюда прилепляешь вот такую вот резинку. И она классно держится. Не на ушах. Вот так цепляется сзади, видите? Лин-лин-лин. Вот сюда просовывается. И вот так. Раз. И все. То есть она уже держится. Вот так. Не знаю, вам видно, не видно. Вот так вообще. Не на ушах. И прикольно. И в ней дышится легко. А вот та, которая у меня прям это. Вот этой. Я уже в ней дышать не могу. Поэтому такие есть у меня. Такой вот лайфхак. Конечно, это я все в интернете увидела. Не сама придумала. Смотрите, какой кулечек. В общем, да, вот так. Пошли мы домой. Пошли, Чарли, домой? Да? Мы молокаи? Моя любовь, ты такая нежная. У нас вот такой ветрован сегодня. Улетает. В общем, хотела, знаете, что вам рассказать об отношениях с моими подругами. Я тут готовлю, знаете что? У меня оставался как бульончик от голубцов. Я туда картошки нарезала. Все, будет у меня типа суп картофельный. А что там за жарочка вкусная? И все. Вот. В общем, вы знаете, у меня подруг не очень много. А мне вообще у меня такое понятие, что... Подруг много не должно быть, и их не бывает просто. Ну и мне уже не 18 лет, когда подруги типа, так, ну не знаю, все подруги, все друзья, все подруги. И со временем кто-то отсеялся, и редко кто присеялся. Например, в Испании с моими подругами я знакома где-то больше 10 лет. Было на пару подруг больше, они отсеялись со временем. Вот, например, и знаете, остались самые такие притертые, что ли. Я вообще человек очень закрытый, обо мне никто не знает, что у меня на душе, что в душе. И вообще, по мне трудно понять, о чем я думаю. Я скрытный и закрытый человек. Вот. Зато точно знаю, что против меня потом ничего это не пойдет, мои все переживания.
переживания и страдания. Как говорится, знаете о ваших проблемах. Ваши проблемы, они никому не нужны, только кроме вас. Потому что если как бы кто-то порадуется вашим проблемам, а редко кто... Вообще никому они не нужны, ваши проблемы, я так думаю. И вот у меня такие подруги остались, с которыми можно и поругаться, потом помириться. Вот мы вчера сходили с подругой, погуляли, и за 14 километров мы с ней успели поругаться, вот, поспорить. Но когда мы разошлись, мы договорились, что в понедельник пойдем кофе пить, поэтому ничего страшного, разногласия всегда бывают. Вот, это даже, знаете, как в семье, если, как говорят, если жена не ругается на мужа, то ей уже безразлично, что ее муж делает. Вот, то есть ей по барабану, чем он там занимается, где он уходит, потому что там нет уже ни любви, ни равнодушия. Поэтому, когда я ругаюсь своим мужем, я говорю, радуйся, что я не лежу и молчу, а ругаюсь с тобой. Вот. Так что вот так вот, поэтому подруги, вот и новых подруг, друзей каких-то мне вообще уже, знаете, и не надо. Хотя у меня была одна подруга, ну как подруга, опять подруга такая, знаете, которая тяготила меня, прям вот, знаете, и вот когда мы с ней как-то расстались, очень странно, очень все ну как не понимают, то, в общем, был уже трэш какой-то с этой подругой. Потому что потом, когда я с ней рассталась, она начала как бы людей настраивать что ли против меня, и таким образом просто она поругалась со всеми. У нас была общая группа, ну да, наша тусовка. И в общем она пыталась рассказать всем, какая я плохая, а потом она перешла на другую подругу, на третью, и в общем осталась одна. Очень жаль, конечно, вот, но вот этот именно такой случай, когда... Как это? Корова с возу кобыле легче? Корова или баба с возу? В общем так, я прям вздохнула легко, когда этот человек просто ушел из моей жизни. И больше меня он не достает. Сама как бы я ее... Я вообще отшивать людей не могу... Ну как, мне неприятно, да? Отшивать как-то там, как-то грубо отвечать. Я просто начинаю отстраняться от этого человека, и потихоньку, помаленьку наши отношения уходят на нет. Ну а с этой подругой у нас просто не потихоньку, не помаленьку. А я вообще думала, что мы еще не поругались, а вроде бы, ну как обычно, знаете, как с подругами. Можно и поругаться, через 5 минут помириться, и все нормально. А эту просто куда-то понесло. Вот, и все, и унесло. Ну и слава богу, что ее там унесло. Самые настоящие подруги, вот самые прям самые у меня, конечно, в России. Мы с ними уже больше, я не знаю, сколько. Одна, вот, кстати, я ее показывала в своем видео, когда была в России. Мы с ней с детского сада. Но опять же, я все равно обо мне самая сокровенность остается при мне. Есть люди, которым нужно наоборот выговориться, поговорить с кем-то, рассказать кому-то что-то, свои переживания. Я нет. Все свое ношу с собой. В общем, да, вот так вам рассказала немного. Поэтому в Испании новые подруги в моем возрасте, мне кажется, они уже не нужны. Мне есть с кем выпить стопочку, мне есть с кем погулять, мне есть с кем сходить на шопинг, хотя на шопинг я люблю ходить одна. Но мы доезжаем до коммерческого центра и там расходимся. Есть телефон и созваниваемся, поэтому нет проблем. Вот. Поэтому я не понимаю смысл новых подруг. Знакомых очень много. Знакомых, конечно, мы тут все друг друга знакомы со всеми. Вот. Поэтому как бы вот так. Если вам интересно такого вида болталки, ставим лайки. Кстати, я тут, знаете, что придумала? Прочитала комментарий, что мои песни вам не нравятся. Пойду, знаете, что делать? Буду стихи вам читать. Как вам такая мысль? Какой-нибудь прикольный стих найду и буду читать. С смыслом, с толком, с расстановкой. Я, кстати, умею красиво читать стихи. Такие вот, чтобы... Как вам идея? Пишите в комментариях. Может быть, закрыть рот и не петь, а стихи читать? Я, кстати, в школе любила очень стихи читать. Я вообще очень любила литературу. Ладно, картошка варится.
Крылышки ты мне опять, ну не могу я не петь, душа поет, как оно вырывается, все это вот так вот все. А ты мне крылышки приставил, сам же их и опалил, полюбить себя заставил. Кимчи. Почему назвали кимчи, если это квашеная капуста? Так, крылышки, а где они есть? Где жары? А вот они. У меня сегодня крылышки с картошкой. Супчик будет такой, смотрите. Супчик такой. Ум. Нашла. Стих нашла. Прям недолго искала, но мне он понравился. Слушаем. Ох, как мне хочется порой плевать с балкона на прохожих. Уйти. Бухать на день-другой. Кому-то взять и съездить в рожу. И матом крыть в три этажа моих всезнающих соседей. Цинично, смачно, не спеша. Но мне нельзя. Ведь я же леди. Как вам? Жду ваших аплодисментов. У меня работка нарисовалась. Точнее, я уже ее разрисовала, разукрасила. Наверх поднялась с пешкарусом, ну, чтобы спорт у меня такой будет. Сейчас иду с Чарли обратно. Очень печальная картина. В субботу на улице 30 градусов жары и пляжи пустые. Очень печально. Как-то даже, знаете, страшно, блин. Но ничего. Во вторник, наверное, или в понедельник они все заполнятся. И вы увидите совсем другую картинку. Кстати, я сейчас зафоткаю этот момент. Эту субботу и вот следующую. И выставлю в Инстаграм. Какая классная идея. И что-то с клиенткой сейчас сидели, разговаривали. Я говорю, блин, на следующей неделе уже точно откроюсь. Не по записи, вот как я сейчас работаю, а уже просто открываться буду в субботу после обеда. Чтобы, говорю, потом смогла гулять с Чарли вот на там. Она говорит, а ты сейчас уже можешь гулять. Я говорю, в смысле? По-моему, говорю, нельзя. 8 часов, если только. Ну, короче, мы сидели, уже сами все запутались, то ли можно, то ли нельзя. Смотрю на людей, да, в Инстаграме, в Ютубе, делают, что хотят. Поэтому не знаю. Но я такая, знаете, боязливая, что ли, или что. И еще я такая, это, везучая, что если кому-то кого-то надо штрафовать, то этот вот я первая в очереди. Поэтому, говорю, я лучше пережду неделю. Вы знаете, вот если есть медузы в море, то знаете, кого она ужалит впервые? Меня. Вот всегда так. И я говорю, лучше пережду уже наверняка. Что тут остался один день? Завтра. В общем, и все наладится. Надеемся. Все наладится. А то как попрут на пляже все люди с других регионов.
и привезут нам заразу какую-нибудь, болячку, которая нам совершенно здесь не нужна, и посадят нас опять летом на карантин. Люди не понимают все равно. Думают, что их не коснется. В общем, не знаю. Это какая-то... В общем, мне вон-то сейчас надо уже вниз спускаться. Там внизу моя машинка. Так гуляют. Вот еще я не понимаю, зачем надевать намордники, когда никого нету. Это тоже как-то странно. О, Чарли уже в позе, поиграть захотел. Чарли, бамо? Минка? В позе. Играть хочет. Где он есть-то? Его и не видно. О. А может еще и поругаться. Так, сейчас они поздороваются по своему собачьему. Опс. Нет, эти играть будут. И хочется, и колется. Там вот молодежь сидит тоже. Одни нарушители кругом. Бама. Кругом одни нарушители. Камеру 3 часа искала. Думала, на работе забыла. Уже так испугалась. Думаю, блин, вообще трындец. Но нет, она, оказывается, была в сумке. Уже в душ сходила, все как надо. Поела квашеную капусту а-ля кимчи. Острая зараза. И сейчас ем черешенку. Вот, включилась, чтобы с вами попрощаться. До завтра. Завтра мы все-таки собираемся пойти пиво попить. То, кто не подписан, подписывайте. Ставьте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. И встретимся с вами завтра. А в ресторане... Ой, я же сказала, петь не буду стихами. А в ресторане... А в ресторане... А там цыгане, а там гитара. Всего самого лучшего.